Подобные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, проводятся Комитетом по делам семьи, охране материнства и детства каждый год. Правда, форма проведения постоянно меняется. То это театрализованное представление, то концерт. Каждый год проводим это мероприятие. Приглашаем сюда детей из наших городов, из наших муниципальных районов. И вот в этом году, в прошлом году мы приглашали 600 таких ребятишек. В этом году более 400 детей разных категорий. Это и дети-инвалиды, это и дети, которые воспитываются в замещающих семьях. Это одаренные и талантливые дети. Это дети и из приютов. Поэтому разные категории, которые нуждаются и в поддержке, и, естественно, в помощи государства. Прежде всего подвели итоги областного конкурса рисунка среди общеобразовательных школ, посвященного Отечественной войне 1812 года. Среди 100 поступивших работ были отобраны лучшие и выбраны только 7 победителей. Они-то и получили грамоты и ценные подарки. Также для ребят артисты Брянского драматического театра подготовили спектакль «День рождения кота Леопольда». Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы берем. Галина Сергейкович, «События Брянска».